Так, отличительные особенности данной модельки. Сейчас я их, так сказать, покажу. Мы живем на этом колесе. Ну, во-первых, интересный дизайн и, соответственно, вот такая вот интересная прорезиненная ручка, которая прячется и выдвигается. Это первое. Мягкие, очень комфортные анатомические боковины. Очень удобно ногам. Третье. Отличные подножки с противоскользящими резиновыми насечками, вот, которые длинные, широкие, на них очень удобно стоять. И особенная фишка – это подсветка. В стационарном режиме без движения подсветка показывает, собственно говоря, уровень заряда моноколеса. Мы можем менять режим подсветки со смартфона на Android или на iOS, либо постукиванием вот таким образом. Несколько есть режимов, они имеют все названия, но не будем вдаваться в эти подробности. Цвета со смартфона при помощи программы управления можно задавать, то есть какие цвета будут участвовать в этих ротациях. Все это дело устанавливается. Вот там режимов 5, наверное, где-то есть. Вот этих вот разноцветных бегунков. И можно вот эти все цвета поменять.